Всем привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре «Мой говорящий Том, друзья». И сегодня у нас новые приключения, друзья. Сегодня мы будем с вами собирать дальше альбом. Напоминаю, что в прошлых сериях мы уже с вами открыли целую кучу всевозможных альбомов. Ну а сегодня, конечно же, мы с вами вот попытаемся его закрыть и, возможно, откроем еще новый. Но вначале, друзья, я хотел бы немножко поухаживать за нашими друзьями. Смотрите, Том срочно нуждается в купании. Как и Бен. Да, друзья, у нас все герои запачкались, почему бы не использовать большой бассейн и в нем покупать всех наших героев. Итак, к Тому я посажу Бена. Вот, где остальные герои, давайте-ка посмотрим. Итак, давайте-ка Джинджера сейчас быстро бросим в этот бассейн. Конечно же, правильнее было бы сначала вот принять душ, но я думаю, друзья, ничего страшного, если наши герои будут купаться в бассейне. Вот так, супер. Итак, остался последний Хэнк. Давайте-ка, друзья. Ага, Беку тоже, друзья. Беку тоже надо бросить в бассейн. Но я думаю, это не критично. Сейчас мы найдем и Беку, и все наши герои смогут купаться. Да, редко, когда всех героев можно посадить в один бассейн. Но, как видите, сегодня нам это удалось. Итак, давайте-ка я еще вот так посмотрю. Итак, друзья, пока герои купаются, почему бы нам не купить несколько жетонов для поездки, для поездок. Итак, вот, давайте-ка, друзья, я куплю вот 5 жетонов, чтобы нам нахватило на 5 поездок. Кроме того, друзья, я думаю, сегодня я еще куплю 10 паков. Надеюсь, что-то интересное из них получится. Итак, герой продолжает купаться, но я думаю, друзья, не будем отвлекаться и сразу же отправимся в путешествие. Итак, отправимся с вами в пиццерию. Вот, попробуем открыть здесь комплект сумочек и попробуем добыть вот множество паков с наклеечками. И да, друзья, сразу же удача, выпадает первый пак радужный. Вот, очень хорошее начало. Давайте-ка я еще открою фиолетовую сумку, возможно, нам удастся. Нет, это пианино, вот красная сумка и это молоточек для лечения. Итак, пока подальше пошло неудачно, но, возможно, друзья, на синей сумке нам везет, поэтому давайте-ка я еще попробую открыть синюю сумку. Итак, монеты. К сожалению, не то, что я хотел. И последняя сумка. Это у нас кусочек мыла. К сожалению. Итак, открываем только один пак. В этот раз попался. Кстати, максимум у меня попадало 3 пака. Итак, друзья, и сразу же удача. Сразу же новая наклейка, дубликат и новинка. Просто супер, друзья. Итак, очень хорошее начало. Не могу остановиться. Сразу же хочу поставить эти наклеечки. И да, друзья, мы открыли новую страничку. Неужели нам доступна форма? Нет, друзья, это всего лишь монеты. А жаль. Это жаль. Вот, кроме того, вот для очередной странички наклейки я нашел окошко. Просто супер. Ну что ж, друзья, начало хорошее. Вот, я считаю, очень здорово мы совершили первую поездочку. Ну а сейчас давайте-ка отправимся дальше в путешествие. Вот, я думаю, давайте-ка мы посетим все 5 локаций. Ну, осталось уже 4. И тогда уже я дальше буду ухаживать за нашими героями. Итак, пиццерию мы посетили, а сейчас игровая площадка. Вот горка, еще какие-то там детские вот тренажеры. Ну что ж, друзья, итак, давайте-ка откроем фиолетовую сумку. И неудача, это семена. Ну, возможно, из красной что-то выпадет более интересное. Это опять семена, но я просто в шоке. Итак, как-то неудачно пошло. Итак, еще давайте-ка откроем фиолетовую сумку. И вот, наконец-то попадает пак. Но это, друзья, не особо крутой пак. Вот еще давайте-ка я попробую открыть сумку. Монеты. Итак, неудача. Походу, друзья, очень неудачно у нас все упало в этот раз. И кусочек сыра. Итак, пак вот с полосками. Из него, как правило, особо ничего хорошего не попадает. Ну, как видите, друзья, это все дубликаты. Жаль. Жаль, но не критично. Сейчас мы отправимся в другую локацию. Вот, игровой центр с пазлами. И сейчас давайте-ка, друзья, я начну открывать синие сумки. Из нее вот в первой поездке здорово повезло. Итак, опять же, друзья, невезуха. Семена. А вот с самой первой выпадает радужный пак. Вот, ну что, сработали 2 сумки. Давайте-ка сейчас я попробую красную. Повезет ли нам с нею. И неудача, это суши. А если еще одну красную? Вот есть голубой пак и фиолетовый, это монеты. Итак, 2 пака, друзья, но они очень слабенькие. И, как правило, с этих паков ничего хорошего не выпадает. Итак, смотрим. Нет, друзья, я ошибся. Смотрите, выпала новинка, выпал коврик. Ну, а я думаю, еще мы попробуем с вами открыть еще один пак.
Вот, посмотрим, возможно, все-таки в синем что-то выпадет. Нет, друзья, не выпало. Одни дубликаты. Что ж, не критично. И давайте-ка, друзья, я отправлюсь в следующую локацию. А потом уже соберем наклеечки и всех их поставим на свои места. Итак, начну я с синего пака. Друзья, это пылесос. Это пылесос. С синей сумки выпал пылесос. Не очень здорово. Итак, красная сумка, бургер, еще одна красная сумка. А вот монеты, фиолетовая сумка, молоточек. Ну просто жесть, друзья, не везет, не везет. Вот надеялся я попробовать как-то это вместе. Итак, еще красная сумка, ну наконец-то. Наконец-то выпал хотя бы один вот полосатый вот такой пак. Вот надеюсь, что хотя бы здесь что-то интересное выпадет. Итак, дубликаты и дубликат, к сожалению. Итак, друзья, осталась всего лишь одна поездка. Вот это у нас центр спортивный. Вот вижу как футбольные, так и волейбольные мячи, корзинки. Ну, как-то так. Итак, давайте-ка я начну-ка с синей сумки. Возможно, все-таки сегодня с нее лучше у нас везет. И этой молоточек. Неудача. Неудача, не критично. Сейчас попробуем вот фиолетовую сумку. И есть, есть голубой пак с полосками. Вот, ну, насколько помню, друзья. И да, есть, есть второй пак. Ну, вот, здорово. Итак, монеты. Осталась у нас еще одна сумка. Я думаю, какую открыть. Либо синюю, либо фиолетовую. Ну, давайте-ка я рискну еще открыть синенькую. И, друзья, и еще один пак. Ну что ж, чудесно. Три пака. Ну, это что-то. Причем, друзья, смотрите, синенькие есть разные и полосатые. Начну-ка я с синенького. Посмотрим, что здесь выпадет. И здесь у нас дубликат. Дубликат и дубликат. Не критично. Итак, следующий пак. Вот полосатый. И что здесь у нас дубликаты? Ну, новинка. Нет, дубликат. Но зато 100 звезд, на 100 звезд. Вот третий пак. Дубликат. Ну и дубликаты. Ну что ж, друзья, давайте-ка поставим ту единую наклеечку, которая у меня есть, в наш пак. Кстати, у нас, по-моему, друзья, прошло новогоднее обновление. Да, смотрите, множество снежинок. Хэллоуин ушел и уже вот, ого, друзья, и у нас, по-моему, лечение. Ну, давайте-ка я вначале положу наклеечки, а потом подлечим наших героев. Итак, что с наклеечками? Это у нас коврик, вот сюда не хватает еще кого-то, кого не хватает. Анжелочки, друзья, и какую уже награду мы получим? Вот, получим новую приставку. Кстати, у меня, друзья, вот 4000. Если мы с вами закроем, возможно, что-то интересное получим. Какие здесь призы? Да, давайте-ка я посмотрю, возможно. Итак, здесь очень дорого. Да, здесь все дорого. Здесь все дорого. Мы не сумеем закрыть эту страничку. Вот, я хотел бы сегодня закрыть какую-то страничку и, возможно, получить приз. Какие здесь призы? Итак, мебель. Это, конечно же, все здорово, но хотелось бы что-то эксклюзивного. Итак, нет, друзья, эксклюзивное только у нас вот костюмчик. Вот, по-моему, вот здесь. Да, но, как видите, здесь надо еще две наклеечки найти по 400 звездочек. Сейчас у меня 4940, то есть не сумеем. Я думаю, друзья, давайте-ка все-таки поухаживаем за нашими героями. Вот, потом я куплю 10 паков и уже после этого, надеюсь, у нас все получится. Итак, первым давайте-ка полечим Беку. Вот этому вот кролику или зайчику. Вот сейчас попробуем дать укол. Давайте-ка попробуем. Не хочет лечиться уколом. А вот шоковой терапии ей тоже не хочет. Ну, тогда давайте-ка из медицинского пистолета вот так ее обстреляем и тем самым излечим. Хотя пылесос бы тоже сработал. Супер. Ну что ж, Бека здорова. Вот. И давайте-ка сейчас подлечим уже Хэнка. Кстати, сегодня у нас что-то много больных. Так, Хэнка будем лечить шоковой терапией. Вот, давайте-ка я ему попробую дать укол. Вот так. Или что-то другое. И вот так можем. Да, вот так пылесосом вытянуть его, втянуть. И вытянуть из него всю инфекцию. Супер. Ну что ж, с Хэнком мы справились. Отлично. Что с другими друзьями? Сейчас посмотрим. Итак, у Хэнка даже появилось хорошее настроение. Отлично. Итак, Том. У нас заболел котик Том. Что ж, ничего страшного. Сейчас я попробую его подлечить. Итак, чем бы его нам подлечить? Давайте-ка, друзья, я его попробую как-то вот так. Итак, не хочет реагировать. Отлично. Возможно, укол. Или что-то другое.
или молоточек? Да, возможно, молоточек. Нет, что интересно, друзья, а если так, да-да-да, вот, тоже втягиваем. Вот, втянули, затянули, как-то так, супер. Отлично. Итак, с Томом мы справились, и еще у нас приболел Джинджер. Сейчас мы этого героя подлечим. Итак, шприц здесь не годится. Молоточком выбьем колючку из ноги. Ну что ж, это было забавно. И Джинджер у нас тоже в хорошем настроении. У него все здорово. Просто чудесно. Отлично. Кроме того, у нас приболела Анжелочка. Давайте-ка подлечим и этого героя. И опять же колючка в ноге. Ну, колючку мы просто вот так вытянем. Кстати, нужно было, наверное, все-таки дать нескольким героям по уколу, но, я думаю, друзья, не критично. Итак, засосала, выплюнула Анжелочку, ну, у нее в хорошее настроение. Итак, множество героев хочет спать, давайте-ка мы уложим их в кроватку, а потом еще попробуем открыть 10 паков. Было бы здорово сегодня полностью закрыть вот этот альбом, но, скорее всего, это у нас не получится, но все, возможно, и я сделаю. Итак, только Анжелочка у нас бодрствует, остальные, по-моему, спят, давайте-ка я проверю. Вот, ага, вот Бен, Бен где-то здесь появился, спрятался, ага, вот еще и Бена надо подлечить, ну что ж, не критично, сейчас его подлечу. Вот опять же колючка в ноге, ну колючку давайте-ка я выбью молоточком, вот так. Здорово. Итак, Бена мы тоже отличили, отлично. Скорее всего, он тоже захочет спать, если я не ошибаюсь. Нет, он достаточно бодрячком, а вот Анжелочка хочет спать, превратилась в лунатика. Вот, супер. Ну что ж, друзья, итак, давайте-ка купим 10 паков. Я думаю, так будет здорово. Вот, 10 паков стоит 1500 монеток. Вот, и попробуем сразу же их открыть. Итак, что у нас в первом паке? Есть новинка! Просто хорошее начало! Замечательно! Вот, первый пак оказался удачным. Вот, выпала, как видите, редкая наклеечка. Вот, и я надеюсь, что дальше нам тоже повезет. Итак, что в следующем паке? Одни дубликаты. Вот, это уже как-то не очень здорово. Итак, открываем еще один пак. Опять же, дубликаты. Что ж, пока накапливаем монетки. Вот накапливаем звездочки. Если что, друзья, можно будет использовать. Итак, редкая наклеечка. Кстати, жаль, что нельзя купить вот более крутых паков. Вот, только вот такие вот полосатые. Так, что здесь у нас? Опять одни дубликаты. Просто жесть, очень не везет. Вот, я надеялся на большее, но пока как-то так. Итак, здесь тоже неудача. Открываем следующий пак. Вот что в следующем паке? Дубликат, к сожалению. К сожалению, это оказался дубликат. И последняя картинка. Вот, ну, дубликат. А здесь дубликат и дубликат. К сожалению, друзья. К сожалению, только вот удалось открыть одну наклеечку. Давайте-ка я ее поставлю. Вот посмотрим, что здесь делается. И да, давайте-ка все-таки закроем с вами сегодня картинку. Вот я куплю и этот пак. Вот. И надеюсь, друзья, что уже в следующем видео. Да, наша награда это 3 пианино, на которых сможет сыграть наша Анжелочка. Итак, друзья, напоминаю, что у нас осталось вот не закрыто в этом альбоме одна страничка. Вот вторая. И все. Да, друзья, походу у нас осталось не закрыты только две странички. А, три странички. Вот здесь два персонажа. Здесь один. И здесь два интернера. Возможно, это одна наклеечка. Скорее всего, две. Ну что ж, друзья, на этом сегодня я уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите отзывы в комментариях, понравилось, не понравилось видео. Прошу поддержать видео лайками, комментариями и подписками. И, конечно же, друзья, самое главное, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!